Всем привет, с вами Габзор.ком, и сегодня героем нашего обзора будет новый видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и технологией EMAP. Это Inspector Atlas, флагманское устройство с Wi-Fi модулем, с упрощенным обновлением программного обеспечения и базы данных, со съемкой в высоком разрешении и удобным быстросъемным креплением. Произведен он в Южной Корее и сопровождается 2-летней гарантией. Более подробная информация по ценам и характеристикам всегда доступна по ссылке в описании к этому видео. Упакован в коробку с описанием ключевых особенностей. Комплект включает карт-ридер, крепление на лобовое стекло, адаптер питания в прикуриватель, адаптер для прямого монтажа в цепь питания автомобиля, руководство пульсом на русском языке и гарантийный талон. На стекле фиксируется с помощью площадки с двухсторонним скотчем быстросъемный магнитный замок. Такой способ крепежа будет оптимальным в условиях суровых российских зим и жаркой погоды в летний период. Не отлипает от поверхности стекла. Поддерживает поворот на 360 градусов. Блок крепления встроен в модули глобального позиционирования GPS, GLONASS и Galileo. На холодный старт уходит короткое время. Качество соединения стабильное. Питание подается в основании крепежа. В комплект с устройством предусмотрели два варианта – в прикуриватель или в бортовую цепь питания автомобиля. Длина кабеля позволит организовать скрытый подвод кабеля. Зафиксированный на стекле он не привлекает внимания со стороны улицы. Оснащен объективом, собранным из группы стеклянных линз. Есть инфракрасный слой. У Inspector Atlas угол обзора составляет 135 градусов. Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе. Используется современная патч-антенна. Изображение будет на 3-дюймовый IPS-дисплей. Хорошо читается под разными углами наклона, как в дневное, так и ночное время. Управление сенсора на нажатие экрана реагирует точно. Интерфейс адаптирован под нажатие пальцами. Во время движения с помощью него можно контролировать данные по стационарным и переносным радарам и камерам. Все важные данные дублируются голосовыми подсказками. Яркостью экрана можно управлять, как и громкостью звуковых и голосовых уведомлений. Видеорегистратор оснащен двумя слотами под карты памяти microSD. Поддерживает накопитель объемом до 256 ГБ. В случае детектирования удара наклона перемещения с помощью акселерометра во время парковки, устройство автоматически начнет видеосъемку и зафиксирует происходящее за 10 секунд до и 30 секунд после события. Сохраненные файлы будут помещены в отдельную папку «Паркинг» на карте памяти. Inspector Atlas оснащен модулем Wi-Fi, после активации которого доступно дистанционное управление через бесплатное приложение для смартфона или планшета. С помощью него можно проводить актуализацию версии базы данных и прошивки. Так обновление проходит без съема с лобового стекла. Есть раздел с детальными настройками системы, просмотр потока изображения с камеры, перенос удаления выбранных отснятых файлов. Стартовый экран настроек с четырьмя плитками радар-детектор, BD, EMAP, видеосъемка, общий просмотр отснятых файлов. Выбор одного из режимов работы радар-детектора и управление ими. Дополнительные параметры срабатывания, пороги скорости, действия пороги скорости, отключение диапазонов. Детальная настройка вывода предупреждения по стационарным точкам управления видеосъемкой. Общие параметры системы. Inspector Atlas поддерживает вывод уведомлений по стационарным камерам и радарам. База данных обновляется регулярно. Умеет предупреждать одновременно по двум разным системам. Так не будут пропущены переносные комплексы, которые могут быть установлены рядом с стационарными. Оснащен сигнатурным радар-детектором, уверенно детектирующим разные типы комплексов. Мы тестировали его длительно в условиях мегаполиса, а также во время поездки Казань-Самара-Казань. За это время не было встречено систем на дороге, по которым не вводились предупреждения. Эффективно фильтруются помехи. Переключаться можно между несколькими пресетами настроек. И также, в отличие от других моделей, поддерживается электронная картография EMAP. Видеорегистратор определяет местонахождение автомобиля и на основе этих данных автоматически меняет чувствительность и вывод уведомлений. Установлен флагманский процессор Ambarella A12A55 с высокочувствительной матрицей Sony AMX3035. Съемка ведет разрешение Quad HD с высоким битрейтом. Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоке. В ночное время сохраняется хорошая информативность снимаемых роликов. Напомню, по ссылке текст обзор там можно посмотреть дневной и ночной ролик в полном тайминге. Inspector Atlas – видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором электронной картографии EMAP. Плюсом отнесем Wi-Fi с бесплатным приложением и упрощенным способом обновления базы данных, а также прошивки. Высокое качество снимаемых роликов, слот для резервной карты памяти, два варианта адаптера питания в комплекте, быстросъемный поворотный крепеж, компактные габариты. С удовольствием обсудим с вами Inspector Atlas. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.